Казанская икона Божией Матери – одна из самых значимых для русской церкви. Немало чудес было явлено от этого образа, значимых как для всего народа, так и для отдельных людей. Чтят святыню и в Казахстане. Оттуда сюжет наших коллег. В день празднования в честь Казанской иконы Божьей Матери во всех православных храмах Казахстана прошли торжественные богослужения. В православном календаре существует два праздника Казанской иконы. День 4 ноября установлен знак благодарности за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей земли русской. С давних времен люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые сложные для них времена. С Казанской иконы создано множество списков, а сама икона прославилась чудотворностью. Больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны. Наиболее известные чудеса заступничества Божьей Матери связаны с событиями смутного времени. Чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой Мининым 4 ноября 1612 года победить врага и освободить Москву от поляков. Казанский образ находится в крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря недалеко от Кремля Казани. В 2016 году эта святыня пребывала на казахстанской земле. Чудотворному образу смогли поклониться сотни тысяч православных людей в разных уголках страны. Молитвы к Казанской иконе Богородицы судьбоносные. Люди верят, что во время любого бедствия, горя или напасти, она может закрыть своим невидимым покровом просящего о помощи от всех бед и спасти его.